Донецке и Луганске в эти минуты идет разгрузка машин с гуманитарной помощью из России. Утром автомобили нашего МЧС, как обычно, двумя раздельными колоннами, пересекли границу с Украиной после положенного досмотра и оформления. Примерно сотни фур и чуть более 1000 тонн груза. Состав партии уже, можно сказать, традиционный. Продукты питания, длительного хранения, предметы первой необходимости и лекарства. Этот гуманитарный конвой уже 36-й по счету, и это своеобразный рубеж. На этой неделе исполнится ровно год, как сотрудники российского МЧС доставляют помощь в Донбасс.